смотрите информационную программу «Связановости». Сегодня в выпуске. Первые итоги одобрены. В центральном офисе компании состоялась демо-презентация кросс-функционального проекта по улучшению бизнес-процессов. Интеллектуальное оборудование повышает производительность. «Связа» провела модернизацию линии ребросклеивания шпона на комбинате в Верхней Синичихе. Все средства хороши. Снижению уровня травматизма на комбинате «Связа» в Уральском служат самые различные мероприятия. О гендерном равенстве шла речь на женском форуме в Великом Устюге, а положительным примером стал коллектив комбината «Связа» в Новаторе. В стремлении к здоровью. В медпункте комбината «Связа» в Костроме открыли новый физиотерапевтический кабинет. В центральном офисе состоялась демо-презентация кросс-функционального проекта по улучшению бизнес-процессов в компании. Предпосылки к его созданию появились в том числе по итогам прошлогоднего опроса «Голос Связа», который выявил, что процессы – это западающий фактор и зона для развития внутри компании. Собрались топ-командой и приняли решение там, в феврале выделить ресурсы и запустить этот проект. Пригласили Анатолия Рыбакова, автора книги про бизнес-процессы, и он нам провел двухдневный семинар для всей команды. После чего мы создали рабочую группу, причем добровольно выбрали добровольцев, определили руководителя проекта и вот начали работу. Главная задача на данном этапе – четкое описание бизнес-процессов, которое позволит затем грамотно ими управлять. Мне нравится то, что сделает команда проекта. Она делает конкретные продукты, которые помогают уже сейчас сотрудникам использовать их для улучшения своей работы. Процесс вот на каком-то уровне сейчас стал прозрачным. И люди могут в любой момент увидеть западающие зоны, что можно улучшить. Вот это очень классный результат, который ребята уже достигли. Раньше для того, чтобы отслеживать текущий статус, нам необходимо было отслеживать 3 разных файла Excel. Сейчас мы можем просто посмотреть в дашборд и наглядно в инфографике увидеть статус заказов. Это сильно облегчает и упрощает работу. В стратегии компании есть немало амбициозных планов по расширению и развитию бизнеса, поэтому процессы должны быть отлажены до автоматизма. Для этого выделяется условно 2 направления бизнеса – это run, то есть текущая деятельность, и change. Это все новое, неизведанное, инновация. И как раз-таки run – это то, что мы делаем сейчас, оно должно быть отлажено и работать как часы. Вот проект по улучшению бизнес-процессов свои цели имеет именно это. В конечном итоге реализация проекта приведет к отлаженной совместной работе подразделений компании над процессом выполнения заказа клиента, а значит, сделает работу сотрудников более четкой и структурированной и выведет клиентский опыт на новый уровень. Это действительно тот продукт, который помогает людям работать лучше, и мы хотели бы, чтобы выгоды были для всех сторон, то есть и для руководителей, и для менеджеров, и для исполнителей. Я считаю, что только так возможно внедрять изменения успешно, чтобы каждый видел для себя выгоды, зачем мне это надо. Вот, собственно, это основной подход, как мы планируем внедрять наш проект. Мне понравилось, что ребята очень системно разложили основные этапы работы над процессом. Прям по полкам. Архитектор, владелец, основные шаги. Мне кажется, будет здорово, если мы будем говорить об одном и том же, называя вещи одними и теми же именами, а так инструменты одни и те же. То есть очень приятно видеть объединение и пересечение в разных проектах, вот работая над одними и теми же задачами внутри компании. Встала в очередь на то, чтобы часть процессов, которые мы сейчас описываем, тоже вошли в скоуп рабочей группы, и ребята взяли эти процессы в блок задач на следующий год. Я понимаю, что уже в этот год мы не успели, но хотя бы на следующий. Модернизация на комбинате «Связа» в Верхней Синичихе затрагивает одну из 4 действующих линий ребросклеивания.
На данном этапе этого достаточно для обеспечения стоящих перед комбинатом производственных задач. У нас на комбинате началась модернизация линии гибросклеивания шпона. Поставщик оборудования – фирма Хашимото. На рынке эта фирма существует с 2003 года в России. И только этот поставщик может сделать модернизацию этого оборудования в полном объеме и надлежащего качества. Процесс непростой. На него по плану отведено 7 дней. Именно в эти сроки и уложились специалисты. Официальные представители компании, прибывшие на комбинат для модернизации, провели дополнительное обучение сотрудников. Оборудование запущено и успешно эксплуатируется. В стремлении довести работу программного обеспечения станка до совершенства, возникающие вопросы из Верхней Синичихи отправляются через официального дистрибьютора производителям в Японию. Полученные ответы позволят довести отработку заданных функций оборудования до идеала. Линия Хашимото предназначена для ребросклеивания неформатного шпона. Она является наиболее высокопроизводительной, качественной. Это позволит нам уйти от ручного перепиливания шпона и повысить производительность. Данная модернизация позволит нам производить не только дольный формат, как было ранее, но и поперечный. Освободившаяся от неформата линия позволит производить больше листов формата 5x5 и 4x8 под определенные заказы. Никакая цель не может оправдать нарушение безопасности производства. В ходе каскадной встречи на комбинате в Уральском это еще раз подчеркнул генеральный директор компании «Связа» Анатолий Фришман. Даже одна травма – это тоже много. Нулевой травматизм – это достижимая цель. Есть компании, которые работают с нулевыми травмами, и это нормальная, достижимая, понятная цель, к которой мы все с вами будем стремиться. Уровень травматизма удалось снизить, в том числе благодаря различным мероприятиям, от индивидуальных бесед до 4-дневных обучающих семинаров. Используются и новые формы, такие как Brain Ring. И если в прошлом году участвовали 8 команд, то в этом уже 10. Для ответа на каждый из 10 вопросов отводится всего 60 секунд. Участвуем мы, конечно, в первый раз. Наша команда участвует в этой игре. Впечатление хорошее. Все-таки на следующий год мы пойдем снова и уже подготовимся. Люди читали до 12 часов ночи, готовились, интернет штудировали. Почаще бы проводить, небольшой кругозор так расширять. Все понравилось, замечательно. Победители Brain Ring, команда производства шпона награждается термопотом. А участники получают спортивные сумки. Свой вклад в поддержку безопасного труда внесли и дети сотрудников комбината в Уральском. В честь Всемирного дня охраны труда на конкурсе детских рисунков они придумывали новый знак безопасности. Все 60 девчонок и мальчишек получили заслуженные призы и пожелали родителям здоровья и работы без травм. А в день пожарной охраны прошли тактические учения между пожарными караулами комбината. Мы отработку норматива проводим не только раз в год, мы проводим ее практически каждую смену. Отрабатываем эти вещи постоянно. Но сегодня по традиции мы это делаем всей частью, полностью. На первом этапе участники соревновались в личном зачете, одевались на скорость. Следующий этап – сбор и выезд по тревоге с посадкой в пожарный автомобиль. Все караулы с этим заданием справились четко и с разницей в несколько секунд. Заключительный этап – боевое развертывание и имитация спасания человека. Караулы смогли проявить свой уровень боевой готовности и еще раз отработать эти важные навыки. По результатам всех соревнований первое место занял третий караул под руководством Дмитрия Гуляева. На третьем женском форуме, который накануне прошел в отчине Деда Мороза, руководитель службы по организационному развитию персоналу комбината Елена Лебедко рассказала о гендерном равноправии на комбинате «Связа» в Новаторе. Участие представителя крупнейшей организации Великоустюгского района в масштабном форуме было закономерным.
Связановатор – одно из немногих предприятий, которое на протяжении долгих лет не только успешно функционирует, но еще и стремительно развивается, осваивает новые рынки сбыта, повышая отчисления в бюджет района и укрепляет уверенность сотрудников в завтрашнем дне. Первый раз на «Связановатор» я приехала в феврале прошлого года и увидела потрясающе красивых женщин, занятых абсолютно не женским трудом. Не женским трудом в силу того, что как-то вот заведено у нас в обществе традиционно, что физический труд – это все-таки мужское, да? Говоря о статистике за предыдущие два года, Елена Лебедко отметила, что в стране и Вологодской области физическим трудом по-прежнему в основном занимаются мужчины. Что касается комбината «Связа» в Новаторе, тут ситуация немного иная. 51% сотрудников комбината – женщины. Это вовсе не значит, что на их плечи ложится исключительно тяжелый труд. На комбинате как раз достигнуто то самое гендерное равенство, о котором и шла речь в рамках форума. Оно достигнуто в казноуправленческом составе. Там у нас мужчин даже чуть меньше, чем женщин. Так и среди специалистов и рабочих. Гендерное равенство – это одна из целей в области устойчивого развития в рамках глобального договора ООН, к которому в этом году планирует присоединиться компания «Связа». Поэтому особенно важно, что сотрудники обсуждают эту тему и делятся положительным опытом, в том числе за пределами комбинатов. На комбинате в Костроме есть достаточно большой собственный медпункт. В это двухэтажное здание обращаются сотрудники сразу двух производственных площадок, расположенных на улицах Комсомольская и Индустриальная. Не так давно в арсенале медиков появился и хорошо оснащенный кабинет для физиопроцедур. Этому предшествовала серьезная подготовительная работа. Прежде чем купить оборудование, мы сделали реконструкцию помещений медицинских, сделали замену и реконструкцию инженерных сетей соответствующих, несколько раз приглашали консультантов, какие-то вещи переделывали, то есть привели в порядок помещение. И параллельно, вот уже под наличие определенных процедурных кабинетов, мы стали приобретать оборудование. Инициатива руководства, активно подкрепленная пожеланиями людей, позволила серьезно преобразить помещение медпункта. Мы потратили на реконструкцию помещений в районе 3,7-3,8 миллиона рублей и порядка 2 миллионов на приобретение оборудования. Но вот для того, чтобы оно соответствовало медицинским требованиям и назначению по поддержанию здоровья нашего персонала. Руководство комбината в обязательном порядке выполняет требования законодательства о ежегодных профилактических осмотрах, что в том числе способствует и снижению травматизма. Делу помогают и новые аппараты для реабилитации костно-мышечной, опорно-двигательной систем, для лечения болезней органов дыхания, органов слуха, а также варикозной болезни ног. Легче предупредить заболевание, да, чем его лечить. Поэтому направление нашего физиокабинета для работников предприятия – это в первую очередь профилактика. Перед началом программы реабилитации сотрудник должен подойти на наш медпункт, записаться на консультативный прием к врачу-специалисту Кускому, да, получить данную консультацию. После этого он получает бесплатно медикаменты на территории нашего медпункта и посещает физиокабинет. Обеспечивать комплексный подход к оздоровлению на комбинате «Связа» в Костроме продолжают благодаря организации приемов узких специалистов, что особенно ценно, поскольку экономит время сотрудников. Консультативный прием проводят 5 врачей узких специальностей. Врач-гинеколог, дерматолог, оториноларинголог, невролог и терапевт-гастроэнтеролог. Я думаю, что сейчас вот открылся физиокабинет, и многие манипуляции, физиопроцедуры мы будем проводить на базе нашего медпункта в физиокабинете для того, чтобы сотрудник не оставался на больничный лист, да, а получил данную процедуру вовремя и приступил к работе. Очень здорово, что у нас появился такой хорошо оснащенный функциональный кабинет, где можно пройти и получить квалифицированную медицинскую помощь. Я вот обращался по проблемам слуха, вот прошел уже 3 процедуры, слушаю, чувствую заметное улучшение. Это очень здорово, и хочется сказать большое спасибо.